Многодетные семьи Ковальчук и Доронина из Владивостока приобрели для участников специальной военной операции бронированный автомобиль. Машина передана губернатору региона Олегу Кожемяка для дальнейшей транспортировки в зону боевых действий. Пикап «Митсубиси» находится в отличном техническом состоянии и подготовлен для езды по бездорожью. Дополнительно к нему приобретен комплект так называемой грязевой резины. Такой пример, который вы давайте. Вот ребята сдали речь, те, кто привезли джипы. До этого, значит, тоже. Это знаете, о чем говорит? Да, не все сегодня находятся на фронте. Кто-то здесь в мирное время занимается мирным трудом, но его вклад в победу тоже значительный. С тем, чтобы когда вернутся эти ребята, могли честно и открыто сказать, да, я бы находился здесь, но я, как говорится, своим трудом, своей копейкой делал все, чтобы там победу сказать. Я также принимал участие в этой операции, здесь мирным трудом. Это очень важно.